Ты же не могло, кидается, блин. Что тяжело людям, не дают ни зарплат, нету работы для них сейчас, в настоящее время. Не за что купить ни хлеба, ни медикаментов, ничего. Разрушения очень большие. Вот представляете, наши мужья с августа месяца не работают на шахте. А наша у нас закрыта, 12 августа вошла украинская армия. И все. И у нас мужья до сегодняшнего дня ничего, ни копейки не получили. Выдавалась тоже гуманитарная помощь на шахте. Кто успел, тот взял. А это ж неправильно, правильно? Вот, что вам еще рассказать? Вот мне памперсы нужны. У меня их нет, я не могу их купить, потому что я детское пособие не получаю. А ДНР мне только дала 500 рублей, и живи как хочешь. Вот как мне жить? Пенсию, допустим, у нас пенсионеры есть, но они, допустим, мне бабушки, дедушки не помогают. Можно просто не получить, не успеть. Вон так, одно. Доллар главный. Костенки. Костенки. Есть там еще один. Иногда вы будете на них расписываться? Да, да, твоя. Будешь умываться. Чтоб двойки мне не получалось. Будем что-то жрать, готовить. Ну как, для чего? Вы же видите, какие цены. Нигде ничего не докупишься. Хотя я не хочу гуманитарки. Я хочу мира. Мне не надо. Лучше пусть все вернется, как раньше было. Чтоб работали, зарплату получали. И без гуманитарки нормально жили. Без войны. Вот такие.